как отреагировали на праздничный фейерверк в Донецке, что происходило в Луганске, по телефону нам рассказали те немногие, кому нам удалось дозвониться. У нас ночью были колоссальные фейерверки новогодние. И звучали выстрелы от тяжелых орудий. Трудно было понять, где что. Людей очень настораживало. И не знали, бросаться куда-то, бежать или находиться дома и праздновать. Кроме того, есть повреждения и травмы в Куйбышевском районе города Донецка. Потому что был обстрел. Стол новогодний в основном был из гуманитарных продуктов. Кое-что подкупили. У нас ведь очень мало наличных гривневых денег. Ну, например, я раскрыла просто гуманитарную тушенку и пыталась с ней готовить салаты. Новый год связываем с надеждой. Кажется, что 2015 будет лучше. Так должно быть, потому что сколько ж можно 9 месяцев. У нас же этой ночью большинство было отключено домов от света. Ну, отопление отключали, потом, правда, дали. Народу мало как-то по городу. В общем, все очень сумрачно, все очень так печально. Что касается празднования, ну вот у нас телевизор не работал. Мы сели, мы поели с мужем и легли спать. Благополучно. Ну и так очень много знакомых. Продукты вроде как были, не в таком, конечно, ассортименте, как раньше, но во всяком случае стандартные шампанское, мандарины, оливье было, скорее всего, у всех. Так как у нас в основном пожилое население осталось, потому что молодые все поехали на работу. Поэтому люди, ну, в основном сейчас живут за те пенсии, которые не оформлены на Украине. Зарплаты выдают бюджетникам, ну, там, учителям, врачам только за сентябрь месяц. И все.